Меня там госпитализировали, когда мне, например, отправляли бой, отправляли контракт на бой, чтобы я подрался за пояс. Это мои убеждения. Всем салам алейкум. Приветствую всех. Потихоньку набирается, короче, 10, 12, 20, 30. Чуть подождем, пока аудитория наберется. Как ваши дела, как здоровье? Алейкум ассалам всем. Ассалам рахматулла. Все. Давайте вернемся к тому, что с самого начала, как все состояло вообще, как шли, какие были новости. С самого начала, где-то дней 10, мы, находясь в Калифорнии, в ОКА, тренировались. DC, what's up, brother? How are you? How is everything? I'm here, brother. I'm in Dagestan. Находясь в ОКА, Сан-Хосе, мы тренировались где-то около 10 дней, не зная, будем мы драться и где мы будем драться, в каком формате пройдет бой. Зрителями, без зрителей контракт, чтобы они могли выступить, чтобы они могли как-то заработать себе на жизнь, могли заработать себе деньги, чтобы они могли платить по счетам, платить налоги. Я знаю, сколько проблем бывает у бойцов, и пока они не подерутся, они не могут эти проблемы решить. Так что я не противник этого. И как мне стало известно, они сейчас даже ищут соперника для Тони Фергюсона. Так как Тони Фергюсон сейчас находится в Америке, и они хотят провести бой в Америке, я не могу отсюда вылетать. И чтобы провести бой, для Тони нужен соперник. А я нахожусь здесь, в России. И здесь я нахожусь не по своей воле. Я посоветовался с UFC. Я с ними поговорил, они нам сказали, что 99% бой пройдет в Абу-Даби. Если даже он не пройдет в Абу-Даби, этот бой пройдет по ту сторону части света, так скажем. А в Америку он точно не пройдет. К этому времени, когда мы это знали, я уже провел в ОКА 5 недель тяжелых тренировок. Я был в очень хорошей форме. И мы оттуда вылетели, посоветовавшись с UFC, с ними поговорил. До вылета все обговорив. Так что в данный момент я нахожусь такой в недоумении, так скажем, что пройдет, как пройдет, в каком формате. И точно так же, как и у вас, у меня очень много вопросов. Еще было так, было чуть тяжело тренироваться. Последнее время, почему? Потому что знаете, когда ты готовишься к самому важному бою в своей жизни, и когда у тебя, когда ты не знаешь, пройдет бой, где он пройдет, и вообще пройдет ли этот бой, тяжело будет очень тренироваться. Когда весь мир сидит в изоляции, на карантине, тебе приходится гонять 12-13 килограмм, оставаться сфокусированным, оставаться в форме, это чуть так нелегкое дело, так скажем. Но в любом случае, что есть, то есть. Всевышний лучше знает. У меня в жизни, у меня в спортивной карьере было много таких моментов, когда я получал травмы, когда меня там госпитализировали, когда мне, например, отправляли бой, отправляли контракт на бой, чтобы я подрался за пояс. Это мои убеждения, я не знаю, как вы на это все смотрите. Потому что я считаю, что это наказание от Всевышнего, и мы должны вернуться к Всевышнему, просить прощения. Почему? Потому что у меня, у вас, вообще у всех у нас есть, так скажем, много косяков. Они у всех есть. Так что берегите себя. Пусть Всевышний простит нас всех и даст нам здоровье. Нам. Всем салам алейкум. Приветствую всех. Потихоньку набирается, короче, 10, 12, 20, 30. Чуть подождем, пока аудитория наберется. Как ваши дела, как здоровье? Алейкум ассалам всем.
Все интересует один и тот же вопрос, где я нахожусь. Давайте вернемся к тому, что с самого начала, как все состояло вообще, как шли, какие были новости. С самого начала, где-то дней 10 мы, находясь в Калифорнии, в ОКЕ, тренировались. What's up, brother? How are you? How is everything? I'm here, brother. I'm in Dagestan. Находясь в ОКЕ, в Сан-Хосе, мы тренировались где-то около 10 дней, не зная, будем мы драться и где мы будем драться, в каком формате пройдет бой. Зрителями, без зрителей. Еще очень много вопросов было, на которых у нас не было ответов. И потом пришла информация от UFC, что бой 100% не пройдет в Америке. Они сказали, что бой пройдет, следующий бой пройдет, 99% он пройдет в Абу-Даби. И мы, посоветовавшись с UFC, решили за месяц до боя, это было где-то 19 или 20, надо проверить, посмотреть, сейчас точно не помню дату. За месяц до боя мы решили улететь в Эмираты, в Абу-Даби. Где-то 19 или 20 числа мы вылетели оттуда, посоветовавшись с UFC в Эмираты. И когда мы туда прилетели, нам сказали, что границы закрыты, и что ни один человек, гражданин другой национальности, там, у кого не имеется паспорт Эмиратов, тот не может заезжать в Эмираты, в Дубай и в Абу-Даби. И нам, в данный момент я нахожусь в Дагестане, и каждый день я тренируюсь и готовлюсь. Только не знаю, к чему мне готовиться, к какому бою. Если уже, когда мы прилетели в Россию, нам уже запретили выезд. И запретили въезд иностранных граждан. Точно так же закрыли въезд и выезд в Америке, в Европе, в Эмиратах, в России, везде. Весь мир ушел в карантин. Весь мир находится